Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать новинку, которая появилась в супермаркете Ошрат Мигдаль Эмек. Сканер, с помощью которого можно проводить все покупки, видя стоимость, общую сумму покупки, и потом просто рассчитываешься на кассе. И процесс покупок я хочу снять и показать вам его. Все. Я в отделе напитков, сейчас покупаю воду, навожу сканер, нажимаю кнопку. Покупка отбилась. Еще раз навожу сканер. Нажимаю кнопку. Покупка отбилась. Соки. Раз, два, три. Тут соки продают 3 упаковки на 14 шекелей. Вот, пожалуйста, 3 упаковки сока. Отдел бытовой химии. Вот, сейчас я хочу взять ополаскиватель для одежды. Написано 2 на 30. Сейчас узнаем, сколько стоит один с помощью сканера. Один стоит 19,90. А если взять два, то да, действительно, 30 шекелей. Да, отдел бытовой химии. Сейчас я нахожусь в овощном отделе и буду покупать с помощью весов и сканера. Посмотрим, как это работает. Вот есть весы. Я беру лук, выбираю овощи, нахожу бацаля дом, распечатываю, здесь бумажка такая выходит, вот она, на ней написано бацаля дом, стоимость, сумма и общая стоимость. Беру сканер. И что-то он не хочет читать. О, прочитал. Замечательно. Продолжаю. Беру батата. Нахожу батата. Нажимаю ярокод. Нахожу батата. Нажимаю распечатать. Выходит такая, почему-то очень удобно, наклейка выходит снизу. Вот. Стоимость, вес, общая стоимость. Распечатываю. Хорошо, все работает. Беру манго, ставлю манго, нажимаю на фрукты. Ищем манго. Почему-то манго не находим. А, нахожу. Вот он, манго. Распечатать. Вышла наклейка. Отбиваю. Так. Виноград, фрукты, еще виноград, распечатываю, все удобно, понятно, в принципе, никаких проблем не возникает с пользованием этого сканера. Сейчас я нахожусь в мясном отделе, свежие куры по 17 шекелей,
Сейчас попробуем купить их, как это все происходит, узнаем сейчас. Есть весы в мясном отделе. И мы к ним идем. Так, вот весы. Ввозим курицу, сканируем, распечатываем наклеечку. Клеим сверху, что она не хочет клеиться. Сканер. Вбиваем. Да, вот появилась курица, общий вес, все. Следующее ложим. Сканер весов. Отбиваем баркод. Так. А, вот, отбил баркод. Распечатываю. Клею. Отбиваю. Ну, вторая курица отбилась. Замечательно. Идем дальше. Пришли в хлебный отдел. Сейчас я хочу взять упаковку пит. Есть упаковки пит. И что? И как ее покупать? Непонятно. Хочу купить питы, но на них нету никакого баркода. И как их покупать, не могу понять. А, есть. Все, это я провел. Не видел. Вот. Да, все отлично. Купил питы. Хлеб. Это мой любимый хлеб. Да, тоже отбился. А, по стоимости. Ну, питы стоят 10 шекелей упаковка. Хлеб стоит 15,50 за булку. Нам надо соль, сахар, растительное масло. Сейчас я нахожусь в отделе консервированной продукции. Надо купить зеленый горошек. Горошек, вот это мой самый любимый, 4 банки на 18 шекелей, а одна банка стоит 5,90. Ну, выгодно брать 4 банки, да. Раз. Чтобы не запутаться. 4. Замечательно. Так, отбилось
4 банки, 18 шекелей. Да. Довольно большое дело. Всякое разное тут продают. Сейчас я в отделе, в молочном отделе. Хочу взять упаковку яиц и перейду к молоку. Так, отбиваю яйца. Все, хорошо, идем дальше. Молоко. В последнее время нам очень понравилось вот это молоко фирмы Ютуато. Стоит оно 14,90 за 2 литра. Идем дальше. Так, я сейчас хочу взять сметану. Со сметаной тут есть одна особенность. Тут, смотрите, упаковочку я беру на 4, короче, на 4 упаковки. Вот я отбиваю ее, и она пишет стоимость за одну коробочку, а таких коробочек упаковки 4. Значит, мне надо умножить тут, добавить на 4. Раз, два, три, 4. Все, теперь он мне посчитает упаковку. То же самое и с кефиром. Я беру упаковку кефира. Тут хороший кефир. Тут падает, с него капает, тут то же самое, он пишет шекель 60, это стоимость одной коробочки в этой упаковке, а всего коробочек таких здесь 4, значит, надо умножить, прибавить 2, 3, 4, вот теперь все, он мне правильно все посчитает. Идем дальше. Это я кефир взял, это взял. Нет. Теперь мне надо взять актимель. Я беру актимель. Вот он. Отбиваю. Актимель. Хорошо. Здесь две отбилось. Масло, сыр, творог. Ну, в принципе, недорогой сыр и очень неплохой. Стоит он 30 шекелей килограмм. В принципе, недорого. Масла сегодня израильского нету. Сегодня масло, если не ошибаюсь, польское. Ну ладно, тоже хорошо. Беру масло. Раз, два, три. Три упаковки масла мне надо. Раз, два, три. Все. И теперь, масло по 7,40 за 200-граммовую упаковку. Что мне теперь надо? Бешур. Да, сливки.
сливки, мне надо сливки не сладкие. Беру раз, это 15%. Беру раз. Беру две упаковки не сладких сливок. Одну упаковку сладких отбиваю. Да, все появилось. Хорошо. Сейчас я вам хочу показать процесс оплаты. Сам он проходит довольно любопытным способом. Тележка ставится на весы. Тут ряд весов стоит. Вот они. Сейчас ставлю тележку на весы. Все. Стоит. Теперь провожу. Хотел поделиться впечатлениями до использования сканера. В принципе, пользоваться сканером удобно. Избавило меня от стояния в очереди. Я доволен. Это новшество мне понравилось. Пока. Что я хочу сказать? Хочу поделиться общим впечатлением от супермаркета Ошрат. Супермаркет Ошрат мне нравится, здесь покупаю уже много лет. Продукция свежая, цены не высокие, не низкие, цены в принципе как везде, может быть чуть-чуть ниже. Большая стоянка, что крайне удобно. Вы видите, машин много, но места всегда найдешь, с местом проблем нету. Вот, покупка получилась, ну, в принципе, обычно набрал всего по чуть-чуть. И вот, общая сумма покупки у меня сегодня вышла 743 шекеля 60 огород. Ну, в принципе, это как бы ни много, ни мало. В принципе, почти как всегда. Все, большое спасибо за просмотр моего видео. Если кому-то оказалось интересно, я буду рад. Все, до новых встреч.